Взять в руки микрофон и камеру для того, чтобы увлекательно рассказать своим сверстникам о том, что происходит вокруг, Лукмана Гаджимурадова и Анну Топал заставлять не надо. Они уже давно стали звездами телеграм-канала. Меня зовут Топал Анна. Интересное имя. И фамилия тоже знакомая. Я вас нигде не видел? Возможно. Видели в нашей центральной библиотеке. Ух ты, точно! Я же смотрю их канал. Видно новости, если я не ошибаюсь? А, нет, Библия новости. Да, верно. Современное поколение детей легко ориентируется как в интернет-пространстве, так и в разнообразии гаджетов. Но профессиональная техника, рабочие инструменты настоящей съемочной группы телевидения – это мечта любого подростка. Сейчас у нас стартанула новая программа с Мариной Андриановой. Она будет нас обучать на протяжении, скорее всего, полгода. В рамках большого областного проекта молодежного цифрового творчества Центральная библиотека города Видное начинает реализацию обучающей программы по медиакраеведению. Мы хотим, чтобы ребята и изучили историю родного края. И не только изучили, но и попробовали транслировать свои знания для других. И заразили других ребят вот этой темой. Конечно же, там будет что? Там будут интервью обязательно, там будут видеоэкскурсии, там будут подкасты и стримы. Для того, чтобы ребята мастерски справлялись с поставленными задачами, на помощь придут настоящие профессионалы. В обучающей программе занятия 3 преподавателей по актерскому мастерству, литературному редактированию и телевизионной журналистике. Сейчас мы закупаем как раз недостающую часть оборудования. Это стабилизатор, это микрофоны с петличками. Все по-взрослому, все как у профессионалов. В течение полугода юные журналисты будут постигать теорию и практику профессионального мастерства. Галина Житко, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ.